И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега, как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздравайтесь. Всем приветик. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, Серега взял роль аниматроника, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Серега, у нас сегодня очень сложная ночь, ты должен показать и доказать, что она сложная, ну и при том интересная. Да. Ставьте лайкосики, а Димон сейчас будет делать... Бабушкины калитки, все просили. Или не бабушкины, просто ворота. Как там? Так. О, так. Я так. Хочу как Ламборгини, понял, Димас, дверь открывается. О, так это, короче, ты уже прогрессируешь, я вижу. Так, ну, знаешь, как прогрессирую? Не совсем. Не совсем, понял. У меня будет Ламборгини немножечко по-другому. Кто там? Я уже слышу, да, там уже Серега. Он немножко... уже, короче, это что-то там полы трет. Странные звуки, но мне нравятся. Хелло, мужик. Пока Серега еще нет, не совсем успеваю тут. Серега, подожди, мы резинки натягиваем от трусов. Не да, спеши. Это только начало. Так. Так вы сами сказали сложно. Так калитки не готовы. Да, я тут не могу найти, где тут веревки, блин. Вот они. Нашел. Такс. О, ты так прям решил? Ну ничего себе, это как хлопушка какая-то получится. Оно нас не будет убивать? Нас? Ну я не знаю, возможно будет, а возможно не будет. О, идет, смотри! Закрывай! Ой, блин, Димон, какая-то дверь, ну мне нравится. Непривычно, не бросай, не бросай! Так, что ты хочешь? Что тебе надо у меня дома? Так, подожди, давай с этой стороны. Так, с этой стороны нормально работает. Серега, а ну попробуй, толкается, не? Прям как-то вижу... Ну нервничаешь. 50 тысяч поставил. А чё, батарея холодно? Отопление, Серега. Ребята. А, нет, 5 тысяч, Серега. Если ты сильный на 5 тысяч, то нормально. Тяга, короче, 5 тысяч лошадиных сил. Да. Ты чё делаешь у нас тут? А, как ты читер? Там ещё калитки не зарубили. Подожди, читерюга, уходи отсюда. Давай его отпинаем, Димас. Пошёл отсюда. Ах ты щенок. Пошёл, давай, топчи его. А, в землю чё? Всё, есть. Ушел в небытие. Не попал по себе, не? Да пару посрочи прописал. Не, ни разу. Ни разу, да. Ни разу не прописал посрочи. Так. Уго. Ой. Подожди. Что-то у меня камера криво стала. О, нормально, Димас, как тебе? Нормально. О, Мишка идет. О, вот так вот. Застрял. Ну чё ты? Застрял. Короче, ты уже не такой, как раньше, уже постарел. Старый аниматор. Ой-ой-ой. Близко, Димончик, близко. Твоя калитка меня сейчас хочет не пускать. Ну чё ты делаешь теперь? Ой. Ну а тебе по башке. Ну все, не пройти и не проехать. Димон, реально не могу, я даже держался. Ну это реально такое говнище. Ну мне нравится, прикольно по-своему. Ну, бабушкина калитка, все просили, готово. Да. Все шипит, все работает. Валун В пришел. Такое чувство, как будто мы сейчас на кухне готовим борщ. Варим. Все сходится. Аниматроников. Так, подожди, балбой, куда полез? Да-да-да, не вижу никого. Ползать что. Опа, она так у тебя нежно... Прикольно. Это, ну, Димон, она как... Я вижу, что мы не сможем пройти. А, не, можем. Натяжка резинок пойдет, все четко сработает. Марионетка, закрывай! Опа, есть! Как она башкой ударилась? Че ты? Как калитка лоурайдерская такая еще подскакивает. Как она мне через ворота это сделала? Вот как ты сделал, я тут спрячусь пока что. Пока ты будешь возрождаться. Ну как? О, звук диджея калитки. Ага. Так. Она ломает, ты видишь? Со всей силы, с разгона! Не получается. Не подходи там. Серега, какой-то легкий у тебя этот аниматроник не может разломать. Ах ты! Мочи его! А не, не надо было, ну ладно. Нормально. Пойдет. Неожиданно что? А что у меня горящая калитка? Это калитка с препятствиями? Чик. Это калитка со всеми препятствиями. А что она застыла? А не, нормально все. Нормально все? Ну, вроде бы. Ну, она такая немножко шальная. Слышу, Серега пищит там где-то.
вижу, вижу! Я его фонариком подсвечу. Идет, идет, идет. Ай, Димон, да что ж она так больно бьет, а? Я не знаю. Смотри, она сейчас будет еще скакать тут. Нормально, я ее поддержу. Опа! Ой, есть! Лысый, башкой своей. А че я лысая башка? Я не знаю. А ну-ка, стой. Лысый, лысый ты. А ты... А, сзади! Блин, я пока оружие листал, у меня убил. Да, сзади нас обошли. Серега, если я разозлюсь, я тебя буду мочить. Давай. А, так я еще не разозлился. Мы тебя будем мочить конкретно. Мочить мачете будем тебя. У тебя обоссыл. Точно, лысая башка. Так, ну что, Дефас, ты умеешь? Да могу прыгать, могу ходить. А я умею держать. Могу бегать. Калитку. Ай-яй-яй, а ну стой. Разваливается. Чик. А ну нажми ускорение, откинет оно меня назад, а ну. Откидут, ну смотри, 5000 лошадиных сил есть. О, держи, держи, держи. Балунбой, здорово, как дела? Здорово. А че ты пойти не можешь? Ай, больно. Это ты калиткой бьешь, что ли? Да, это я его фигачу. А, нормально, нормально. Это балун больше, что ли? Че фифроза? Димас, так как-то даже смертельная смерть. Ой, мгновенная. Да, очень. Так. Надо длину немножко веревки увеличить. Нормально, выживаем, пацаны. Да, мы еще не можем. Серега приходит, но... О, это что за натяжитель? Доводчик, что ли? Ну это такое, я не знаю, что-то придумал. Надо будет потом еще что-то прикольнее придумать. Так. Кто ж напишет в комментариях, ребята, напишите в комментариях, как нам сделать ворота в следующий раз. Из чего? Что применить? И мы сделаем. Да, обязательно. Смотри, аниматроник деревьев. О, пойдет, красавчик. Да. Вы на шоу талантов, вы прошли. Минута славы, давай, прославься. Да. Опа, идет, идет, идет. Идет такой, знаешь, силач, силач, такой сильный, а калитку сдвинуть не может. О, звук прикольный. Ну он не может пройти, Димон, он жирный кабан. С живота, что ли? Ну не знаю, я прям в кишках у него, что ли. Ой, что такое? О, нагастик. 46-й растоптанный. У тебя ступня, у тебя это, как оно называется? Сейчас вспомню. Ласты. А? Ласты, в которых водолазы плавают, очень похоже. У него это как его? В общем, какая-то болезнь стопы. Она плоскостопие. Вот, да, я вспомнил. У него плоскостопие. Тебя в армию не возьмут, ты в курсе? Ай, сзади. Ого, неожиданно, блин, прикольно, испугал. Ах ты бешеный плюштрап. Так, что за звуки тут странные? Пора тебя на суп пустить. Берем, берем. Так, у нас, кстати, одной калитки нету. О, газовая плитка. Димон, она влезет или нет? Блин, нормально все. Че, как-то видать, странно. Так плохо чувствуете. Так, ну неплохо, да? Ну я думаю, можно убить такой штуковиной. Можно. А ну-ка. И вот что она висит, как сопля вонючая? У нее ускоритель. Она тяжелая, да, сильно? Или у тебя резинки от трусов растянулись? Надо 10 тысяч, Димас, скорости брать. Ого, надо отойти, то сейчас бешеная плитка меня убьет. Ну-ка. Да не, Димончик, что-то не получается. Ой, что-то она совсем фиговая. Димас, у нас ускоритель вообще под землю провалился. А тебе не кажется, что я зафризил? А не. Смотри, что за баги? Короче, здесь ты, Серега... О, ходит. Это Серега ходит! Я думаю, что за мишка шевелится? На! Придавила его. Эта калитка, она сама, она, короче, выполняет еще роль охранника, понял, где вас гасит еще. Короче, убийство плиткой включено. Телохранитель, короче. Нормально, тащим. Подходи близко. Опа, лезет, лезет, чучело. Чего ты не пролезешь? Да мы зафризили ее, офигеть. Нет, она не зафрижена, ты ее можешь башкой двигать. Ну-ну-ну, давай, у тебя жирная морда, ты сможешь. Не может. Что такое? Что, не получается? Ну, Сережка. Вот тебе проход. Нет! Диман, вали! Я успел. Диман, с чем мы с задний ход идем? Ну. Ну правильно, так и нужно. Сматываемся отсюда. Там все шипит и шумит. Ухожу. Диман, давай. Так, я тут лезу.
А, ты уже сзади. Ты псих. Привет. Нормально, нормально. А куда мы лезем? А мы так, это путешествие. Ну нормально, хорошая пиццерия. Исследуй пиццерию, все ее плюсы и минусы смотрим. Иди, Димона, я посмотрю, чтобы сзади никого не было. Ну а как я пройду? А, блин. Толстенький такой. Ой, здесь эндерскелетище. Так, 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 лезем здесь. Давай. Это не та же? Нет, это другая. Видимо, какие-то штаны мешковатые такие немножко. Растянулись, они дают мне на службе, старые приходится носить. Они растянулись, за что ты что-то догадил туда? Димон, отключи убийство плиткой. Блин, нам... Блин, а как нам пройти теперь? Ах ты же бакс! Нет, с плиткой лучше не шутить, она такая странная. Это жесть, Серега разозлился. Что не так с плиткой? Что-то с ней не то. Определенно. Димас, это ты сделал? Да ну да, он просто, ты видел, хотел убить тебя. Я думал, это калитка так сейчас сделала. Один выстрел был. Ну-ка, Димас, встань, тебя прихлопнет. А ну давай. 25 хп. А ну подкинь меня. А, вверх? Да-да-да-да. Ах ты! Я увидел, но уже в последний момент. Нифига себе, так муху можно прихлопнуть, да? Так, смотри, что там, танцует, что ли, брейк? А стекло-то бронированное. О. Блин, нельзя убить. А ну, Димон, выпусти меня. Я накажу. Да что это, лоурайдер? Я не успел! Димон, отомсти! Да, это жирный аниматроник такой. Жирный, говоришь, да? Да. Ой. Никого, никого, Диман. А, меня убили. Напугали. Меня конкретно напугали. Надо что-то брать. О, Диман, смотри, что будет, когда в плитку стреляет. Видать, у нее там сила такая. Оля, подожди, дай тоже возьму. Мне нравится. Она танцует. Ого, плитка мочит. Ну-ка, Серега, попробуй пройди там. Да вот он в окно смотрит на нас за марионетку. Вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он, за стеклом. Ай, калитка бьет по башке. Димончик, смотри, справа. Ушел. Неплохо. Ух ты. Знаешь что, если он подходит... О, да как? Ты видел его? Да, он марионетку кошмарную играет. Не, я понял, кем он играет, но я его не видел. Невидимый стал. Щет. О, это что, мангел? Только мы какой-то крошечный. Ой, сам себе плитку увалил. Так, где он? Димончик, я иду, не убей меня. Иду. Нету никого. Он запрятался. Никого. Есть, ты убил его. У тебя получится только с 10-й попытки. Вот он бежит. Не-не-не, он тут не бежит, он крадется. Вот он. А, так ты этого закрысятничать можешь. Смотри, смотри, сейчас что-то придумает. Так, думает так. Если пацаны стоят там, а я здесь, надо упасть. Надо упасть и пропасть. Замечательные слова. Ты? Есть, убил! Убил? Конечно. Как сопляка. Блин, пойдем. Пойдем дальше убивать остальных аниматроников. О! Красавчик. Давай не будем сразу убивать. Попался. Пусть отлетит. Пусть отлетит сначала. Ну да. Посмотри, где тут позиция. Чего это такое, это Фокси? Нормально? Ну да. Хорошая позиция. Позиция. Хороший? Да, it's okay. Ой, Димас, тут чья-то рука торчит сквозь стену. Иди сюда. Иду. Прикольно. Вот здесь вот рука торчала. А, это Серега. Вот когтяками своими тут. Вот, попал в меня. Так, я не дамся живым. Ну и мертвым, Димас, давай. Где ты? Вон он, справа. Есть! Красавчик! Отместочка пришла. На, эндерскелету тоже в нос пострелял. Вот так вот. На,
выходу тоже, вентиляции, терминалу. Эй, ты че тут бегаешь? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэтмак, Серега. Как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, рубрика аниматроники пугают охранника, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Так, Серега, ну что, ты готов? Да. А мы нет. Сейчас, секунду. Сделаем как могу. Веревка. Сделаем минимально коротенькую. Вот, четверочка, это сильно. Вот так вот. Вот так вот. Толкатель. Расфриживаем. О! Все, получилось. Димас, за вами следят. Все, получилось. Нормально, бабушкина калитка удалась. Вот так всегда оно и получается. Вроде не сильно идеально, но работает. Серега, это ты там карту нам дрожишь? Да, это я топаю. Нифига себе ты топаешь, ты какой-то псих. Так, ребята, смотрим, кто там у нас ломится. Димас на столе. Вы слышите? Это пришло кто-то из пацанов. Так, смотрите, классный перепад. Такая задышка сразу стрёмная. Так, 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 пацаны очкуют, но мы потихоньку проходим. Стучит своими лапами. Нормально все? Привет. Так внимательно смотрит. Так, пацаны, мы будем какое-то оружие брать или нет? Ну, давай. Давай будем мины какие-то ставить ему. У нас же есть. Так, стой, стой, держи, 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 чтобы она... А, ее нажимаешь, и она постоянно, да, давит? Да. Отлично. Так, мне тоже тут я буду давить всегда, если он будет идти. Эй, подстрачника меня прописал. А ну нормально так дамажит, пойдет. На. Блин, говно, больно. Он забежал к нам, ребята. Так когда оно уснет? Ай-яй-яй. Вот так, значит, да, Серега? Да, вот так вот. Взял и испугал вас всех. Кэтмакс, а ты вообще играешь за аниматроника? Да-да-да. Я понял. И сейчас все начнется. Отодвиньте калитку, батарею свою. А, убираю, убираю. Ну давай, заходи. Пытались. Зашел. Ай. Кэтмакс. Ты что, хотел показать, что ты этот модный, да? Он же не знает эти пилпаки. Или ты знаешь их? Кэтмакс, что-то жестко ты. Не, нормально, что? Сейчас же будет Серега наоборот, мы будем жестко. Можно головой толкать и пройдешь. Ай. Так, чекаем. На. Офигеть, что можно этот. Головой оттолкнуть и все. Здесь не пролезешь просто так, даже если не нажимаю. Он хочет толкать. Давай проверим, толкнешь или нет. Давай, толкай. Я обманул. Эй, ты чё шкарябаешь нашу ворота? Ушел от калитки. Подожди, подожди, знаешь что? Открой мою дверку. Как-то криво ружо. Не работает, скорее. Эй! Не-не-не-не-не. Да блин, а кто нажал не ту кнопку? Это ты виноват. Я. Ну не знаю, кто-то должен виноват быть, значит это ты. Так, я поменяю себе скин. Знаете, кем я сейчас буду? Я буду вот таким вот, в маске. Настоящим спецназом. Я полежу. Слышь, ты что там махаешь своими руками? Так, пацаны, я вижу, он тут стоит и опять шкрябает нам стекло. Так, у нас есть оружие, которое может через стекло стрелять. Пацаны, отойдите все, пожалуйста, оттуда. Отошли? Я буду стрелять, если ты не отойдешь. Отошел. А, стрелять будешь сейчас. Конечно. Так, вот так стрельно, наискосок. Блин, просрает монетка моя.
Так, Каркарыч, отойди, или ты умрешь. Да блин, не могу стрелять. Вот так стрельну сейчас. Ой-ой-ой. Бульбазавы. Обстоятельства своих убью. Так, блин, я говорю, отойдите, они стоят. Ой-ой-ой. Удары сломали. Нет, Макс, ну отойди, портишь все. Нормально, нормально. Блин, не подходите. Ой-ой-ой, хорош. Ладно, не буду монетку юзать. Ну уже поздно, не буду я ее юзать. А, я живой. Так, чемпоник. Так, давайте поднимем ворота. Ты заколебал. Ты смотри, какая хочешь морда. Хорошо. Мы сначала с ними как бы гуляемся, все, они нас так дамажат сильно. А где мой любимый Паксифиар? Ой. Нормально, я обманул его. По красоте, портал рулит. Зашел с одной стороны, вышел и сразу его удалил, все. Так. И тут пацанам. Откройте ворота. Ой. Ах ты жопа. Я не успел поставить просто портал второй. Такая суета, все бегают. Это кто? Нифига себе, что вообще происходит? Не знаю. Серега, что такой наглый? Хорошо, я с вами хотел реально классно погулять. Ну ты до офиса дойдешь или нет? Конечно, дойду. Ну где? А ты где? Да я в Караганде. Вы меня аж подлагивает, когда стреляли. У вас тоже? Да. Ну ничего. Так. Я так понимаю, Димас не будет в своем офисе, да? Буду, буду, я иду. Будешь. Пацаны, своих же валишь. Пацаны, извините. Ты задрал, как Макс. Он злой на меня, потому что я его много раз убил только что. Кэтмакс, ты мне один хп оставил. Так, ну что, теперь я панкаться с вами не буду. Где вы? Серега, где ты? Я иду за... Я не иду за тобой, йоу. Говно! Отлично! Серега, я реально рад, что я тебя смог убить. Наконец-то. Ну, меня. И Кэтмакса сейчас убьем. А ну иди сюда, Алешна. Ай, Димас. Я тоже хочу такую пушку, дай. Я тоже. Дай мне. Идем их мочить. Я псих. Блин, да что такое? Да как? Ой-ой-ой-ой-ой, я полетел, пацаны. Серега, да твои бомбы ули... Ой, ты что?
Игей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Джокер. Как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, рубрика «Аниматроники испугались охранника», пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Мы с Серегой вдвоем, а все остальные да. Аниматроники. Сбылась ваша мечта, бабушкины калитки построены очень успешно. А живые это даже, знаешь, это даже не бабушкины калитки, это какие-то мышеловки. Давай, Димас, продемонстрируй подписчикам, как они валят меня. С одного удара? Офигеть, я не знал, что они так лупашат мощно. Так. Интересно, аниматроников с одного удара тоже завалят? Не знаю. Нет, Серега, точно нет. Так, смотри, они же могут головой калитки толкать. Уходи, я тебе фонариком в глаза. Ай, блин, Серега, не подходи, это бешеные калитки. Калитки. Эй! Ой! Случайно выбежал. Вот случайно выбежал на дурачка. Извини, обстоятельства ударил тебя. Бывает. Да ничего, жить буду. О, смотри, идет. Эй, ты что там расшату? Эй, под землю провалился. Мать, пошел вот. Бабушкина калитка. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Серега, нам ничего делать не надо, они друг друга мочат. Да. А я лежу, отдыхаю. Все хорошо, летим вовнутрь. Чпоньк. Слышу, челепиздрик идет. О, давай, пускай его сюда, пусть заходит. О, челепиздрик, а он нам ничего не сделает. Да слышишь, снеговик, бомж ты. Ай. Они хотят, чтобы мы разозлились. Вы, ребята, потом поймете, почему рубрика так называется. Аниматроники испугались охранника. Это только начало. Так, я пока не буду идти в офис. Я возьму какую-то оружку сначала. У нас же есть замораживающее, ты помнишь, оружка? Да, ну это чересчур, Димас, по-моему. А как я... Нет, только убиваться одного раза не чересчур? Нашел. Ладно, Серега, не надо его использовать. Я возьму полегче, я возьму монетку. Это не полегче оружие. Это реально читерское. Только ты себя не бочкани. Аккуратно. Ну, извини, Димас, если убью, то это обстоятельство. Ой. Так, челепиздрика трогать мы не будем. А ты что тут? Ты как он замораживается, деревяшкин? Где? Я бегу к офису. О! Смотри! Да блин! Мы живы. Я его заморозил. А я его убил. Да слышишь? Ты офигел, мистер. Я их заморозил. Ты задрал. А, меня монетка всрала. Она бывает как-то просирает, да, Серега? Да. Пацаны замороженные там стоят. Я их пойду размораживать. А я пойду их мочить, как разморозишь. Так. А, они уже живые тут. Не, мертвые. Так, все, пацаны, уходите. Ты Джокера не разморозил. Ой, прикольно оружие. Все, давай. А что будет, если я его заморожу? Ой, а что-то... Эй! Да что это за баг? Ребята, прикольную рубрику можно с этим придумать. Замороз правильного аниматроника. Можно как... А плохо, что ники не видно. Можно было рубрику сделать. Не убивать, а замораживать. Димас, да. Ты знаешь, заморозь его, смотри, с этого челепиздрика падает капхедик. Пошел вон отсюда. А ну пошел вон. Так, Серега, надо наши калитки рас... Эй, давай. Закрывай. Держу. Я ему сейчас в ногу буду стрелять. Да? Ах ты, кабака такая, Димас, я умер. Я держу ты далеко калитку. Я его не пускаю. Отлично. Димас, я бегу. А, если он зайдет, я его заморожу. Да. Оп, давай, кто следующий? Я же говорю, я его заморожу. Они, Серега, безобидные. Ай. Отлично, калитки работают хорошо. Я разозлился. Прикольно, сок яблочный.
Так, ну, нормально все стоит, и... чётенько. Ой, это что-то какой-то баг. Пацаны нас хотят убить. Слышишь, идут, дверями щелкают. Да-да-да, вон он уже вылазит. Отходи. Хорошо, давай. Туда. Опа. Это мой собрат. Опа, их уже двое. Ах ты жлоба, если ты сейчас превратишься, я тебя убью. Пацаны, открыта дверь, заходите. Я обманул. Да так нечестно через дверь убивать. Ты читер вонючий, какие... Ой, вонючка, как и я хотел сказать. Так, ты слаживаешь боньку постоянно. Я переодетый охранник, ты меня палишь, да? Конечно. Так, давайте посмотрим. Так, Серега, знаешь что? Давай я тоже возьму монетку. Оно вам не поможет. Ой. Димас, монетка всрала. Ой, Сережка! Ну блин! Обстоятельства! Давлю, давлю, там кто-то хочет наши калитки открыть. Нет, не хочет. Хочет. Бабушкины калитки в действии, знаете, что это такое, да? Да. Запускать людей. Ой, я его впустил. Только ты ж добрый, да? Фу, ё-моё, а. Серега, я считаю, что пора их наказывать. Да, соглашусь, Димас, у меня уже терпение заканчивается. Пацаны, как вы думаете, если мы возьмем админский пистолет, долго вы проживете или нет? Нет. Серега, давайте, я открываю охоту на них. Бери админский пистолет. Выдай мне. Выдаю. На тебе много штук. Я не знаю, зачем, но пусть будет. Пошли. Ой, а что это? Окей. Идем. Внимательно, внимательно чекай. Я вижу. Простреливай, Убил. Отлично. Давай, 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 давай. Пацаны, ну давайте, кто из вас на нас теперь? Вы уже не такие где модные, вы? Как раньше. Где вы, где вы? Ой, да где мы в Караганде. Мы в Караганде. Ах ты, какашка такая. Хорошо. Волосатая. Мы с тобой вдвоем виноваты, знаешь почему? Мы поспешили, надо было немножко снаружи находиться. Поспешишь, людей насмешишь. Так, Сережка, на. А, у тебя еще есть? Погнали. Ой. Не понял, я даже не понял. О, Чика полетела, пока, Чика. Открываем. Ты где, Димас? Я в пиццерии, на крысу здесь иду. А вот, я вижу. Я вижу. Я за так. Тобой. Я иду проверять, Димас. Там аниматроники, которые бывают на расстоянии, а они уже кончились у них. Теперь обычные остались. Убил. Отлично. Двух. Еще один. Я слышу, кто-то крякает. Марионетку кто-то взял. Я. Подправим калиточку чуть-чуть. Я никого не вижу, Димас. Я иду. Короче, я чекаю два прохода. Вижу. Это добрый. Я его убивать не буду. Ах ты бомж. А я иду, иду на работу в пиццерию. Ой. Ты его заморозил, что ли? Нет. А чё он замороженный здесь валяется, челик? Где? Да вот, ой. Ой, извини, Димас, обстрел. Нормально, нормально, веселимся дальше. Я думал, это Бонни, блядь. У меня ж костюм переодетый. Да, ты слился с ними воедино. Так. Где вы? Ой, отлично. Спасибо. Спасибо, обращайся, у меня ещё есть. Хорошо. Бон аппетитус. Так, Серега, а где ты? Я в пиццерии без оружия. Так, я иду тебе оружие. Я давать. Я выбегаю. О, он ушел. Я возле охранника, офиса охранника. Очень я тоже. Я тебя вижу, твои ноги, на пекаль. Где? О, пистолетик. О, хай, Димас, как там сидит? Да нормально. Кто там орёт на нас? Нет, там телепиздрика убили. Ай. Я Серега прикрыл. Прикрыл, но не Серега. Так что... Не-не-не. Так, я сижу на таком месте, меня никак не убить. Вот никак вообще. Димас, я думаю, пора еще более... Не надо на жестко показывать. Всех телепиздриков забрать. Сейчас, поймешь, Димас. Давай, давай, я сижу здесь в таком месте, меня ничего не достанет. Никто ничего не достанет? Ща. Вижу, кто-то прошел там. Это добрый.
не могу пройти дверку. Ну все, пацаны, вы меня разозли. Пацаны, они в ловушке. Серега, они в ловушке. Я их закрыл. Да, красава. Это ловушка для аниматроников. Тебе еще надвигаются. А челепиздри, казачки. Так, если я убью тебя, Савка, я не виноват. Димас, все, начинается. Через 3, 2, 1. Не, ничего пора не будет. Наказ... Я живой останусь. Пора наказывать. Давай. Аня, я хоть знал, где эта вентиляция, на кусок на улице торчит. А что ты взорвал вообще такое? Ого, их подкидывало здесь. Смотрите, сколько здесь пилпаков было, пацана, на запись. Чё, давай. Я их замочу, Димас. Я тут взял пилпак, чтобы мочить аниматроников. Бум, это пилпак хороший. Мне нравится, прикольный. Серега, ты чё, псих, что ли? Да я так сделаю. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, подписчики. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Новая карта FNAF 3, которую я видел только сегодня утром. Ее сделали, свежачок. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Рубрика «Аниматроники пугают охранника». FNAF 3 кооп. Ну что, пацаны, это будет очень жестко, потому что я буду использовать только последний новый пак, который мы скачали недавно. А он мочит сразу трех, могу показать. Вот так вот. У вас даже у всех анимация была одинаковая. Так что, это было очень классно. Короче, что мы делаем? Какие правила? Я могу убрать с этого пака. Я не могу их атаковать в этом режиме. Я могу атаковать только когда переключусь. А это есть анимация, они за это время могут убегать. И теперь я очень злой. Да, я могу даже бегать. Так, а это анимация у нас. Так, а это я каким стою? Рахитом становлюсь. Смотри, как я бегаю медленно. Такой звук прикольный. Так, пацаны, давайте покажем, что у нас тут внутри. Пацаны здесь обустраивались, поставили себе РТ-камеры. А ну-ка, попереключай, покажи, что у тебя здесь. А, даже кнопки сделал, нифига себе. Ну, смотрите, прям красавчик. Так. Короче, здесь на карте есть шкафы. Если в него зайти и закрыться, я убивать не могу. Сейчас я вам быстренько покажу карту. Даже скачали мод на двери, теперь можно двери ставить любые, открывать, закрывать. Открывать-закрывать, говорю. Так, подождите. Что-то не... кнопка заедает. Не? А ну, откройте, пожалуйста, пацаны, дверь. А, они у вас медленные. Понял. Так, ну что, будем тогда начинать. Сейчас я, конечно, очень быстро бегу. Возле меня не ходи, я буду сразу убивать. Сиди у себя в будке там. Так, что-то я ходить не могу, я застрял в нем. Так, пацаны могут использовать оружие, не могут использовать только взрывоопасное. Говорю, не ходи, возле меня я очень злой. Так, этими аниматрониками я не могу убивать, я могу кидать только скримеры. Все, у него сейчас, он ничего не видит, какое-то время определенное. Я могу издеваться над ним. Еще раз даже кинуть. И он не знает, куда бежит. Заблудился немножечко. Только у этого есть другой режим? Нету. Так, пацаны, вы тут своего забыли, он не может зайти теперь. Хорошо, хорошо. А что ты оружие? Мочи меня, у меня 10 тысяч жизней. Я же не могу тебя убить, а ты можешь меня мочить. Я буду немножко шкериться. Блин, классно, что когда нажимаю Shift, он летает. И очень быстро летает. Куда они стреляют, непонятно. Круто. О, давайте, если будете меня замораживать, я не могу двигаться. Прикольно, кстати. Во, все, я не могу двигаться. Вместе с этим челиком. А, заморозили, заморозили. Так, беги, беги, беги. Сваливаем, сваливаем. Так. Ах ты жопа, увидел меня. Ха-ха-ха, сам себя убил. Неплохо я их мочу. Так, вон еще один челик. Давайте покажу, как появляется Фредди. Бонни, Бонни. Он вылазит прям с этой штуки. Так, я другой режим беру. Я маску скинул. О, я могу проваливаться. Все, они меня не видят. Так, 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 а где же я? Чик. Ой, что-то я наполовину появился только. Чик. Ушел. Так, бегает, бегает, ищет меня. Блин, так еще ни разу не играли. В этом прикольно. Какой-то мод такой интересный очень. Чик. Ушел. Чик. Появился. Скример тебе кидаю.
А я могу лечь? Я могу тихонько ходить. Классно, кинул скример и убежал. Он даже не знает, где я. Эй, а почему у меня жизнь не тратится? Я же еще не появился. Расшатывайся, быстрей. Бум. Ты на кого батон крышишь? Я вылажу. Опа, я здесь. Плохо не могу. О, я прав. О, офигеть. Так, за ним идем. Так. Классно, я под землей могу за ними наблюдать. Давайте полетим в их офис. Так, где их будка, я помню. Нет, не здесь. Я могу вообще по всей карте перемещаться. Сквозь пространство и время. Так, сидят в будке. Опа, тут я появляюсь. Ой, по пояс. Запара небольшая. Вот так вот. Чпонькс. И через двери вам скример кидаю. Ничего не видите в это время. Эй, ты чё стреляешь? У всех аниматроников... Ого, я горю. Нифига себе. Я и тебя подожгу сейчас. Классно запрятался. Так, а где я? Ищет меня. А меня нету. Шпонькс, а я тут. Побежали. Так, черт возьми. Где он? Он же здесь был. Я могу скример кидать через полы даже. Ну нафиг, отвали. Не, жизнь, кстати, не тратится, когда я под полом. Круто. Так, надо какого-то маленького взять. О, металлический робот. Вставай, мужик, тебя мочат. Да ладно, я не могу ничего сделать. Да хватит замораживать. Алло, мужики, мочат. Так, давай, растаивай. Заморозили моего терминатора. Оживай. О, он оживает. Так, ты чё на кого батон крышишь? Я не могу даже двинуться. Он мочит. Вот это убийца идет. Ну что, пацаны? Странный звук он издает. Подождите, а есть другой режим? Эй, ты чё делаешь? Так, сидим, пацаны. Давайте сделаем от первого лица. Ты чё, меня увидел в шкафу? А жизни не тратятся-то. Тратятся. Не ходи здесь. Так, я вышел погулять. Ты чё морозишь? А чё со мной? А чё со мной? Я замер, пацаны. Ха-ха-ха! Чё такое? Ты чего? Двоих сразу. Я не могу лазить, вот в чём прикол. Не могу и не знаю как. Так, пацаны идут, я слышу. А чё меня не мочите? Ого, бензопилой в жопу. Ты чё делаешь? Я даже не могу двинуться. Блин, они меня сверлят. Мочи их. Нифига себе, ты меня убил. Так, хорошо, давайте еще возьмем. Кого я не брал еще с пилпака третьего? Новые. О, Фокси. Фокси, лежим. Фокси, вылазь. Чпонькс. Ах ты жлоб. Классно, я провалился сквозь землю. Опа, и нет у меня. Чпоньк. Чпоньк. Чпонькс. Беги, Фокси, беги. А! Я аж упал. Так, они меня палят. Чпоньк. Ты не зайдешь сюда. Так, заныкался.
Никого? Чпоник? На, сам... Ты сам себя убил! Давайте уже выйдет самый главный с FNAF 3. Вы что думали, самый умный? Выходит самый наглый из всех аниматроников. Так, я могу только в одном режиме их убивать. А, да дайте встать! Да что со мной? Я не могу, я застрял. Так. Тут камера чья-то упала. Блин, что-то мне плохо. Что-то меня трясет сильно. Что со мной? Аниматроник, оживай. О, пошли. Отлично. Ты же знаешь, что... А, я не могу так убивать. Когда, пацаны, вы смотрите внимательно, когда начну перевоплощаться, лучше бегите, я буду всех мочить. Пока месть не могу, у меня жизни тратите. Отвали, отвали, я убегаю. Ха-ха-ха, своего замочил. Так, челюсть выровнял. Досверлился. Я когда перевоплощаюсь, у меня жизни пополняются. Да, смотрите, я опять пришел. Я ж уже теперь мощный самый. Теперь вы должны убегать, ребята. Не могу мочить тех, кто в шкафу. Тех, кто будет не в шкафу, буду мочить сразу. Так. Ищем, ищем всех. Вот это у меня бег быстрый. Я как они бегаю. Ты смотри. Так, давайте это... А! Заморозил! Да двигайся! А где он по мне стрелял-то кабакой? Не подходи ко мне. Я очень жесткий. А, еще раз заморозил. Это замораживающие гранаты. Надо валить. Уже не достают. Ого, шар! Бум! На, нормально жахнуло. Ай! Я этот терминатор, могу через дверь проходить. Все, ребята, теперь это моя пиццерия. А, нифига себе, у меня льда. Чик. Нормально, нормально, смотрим. Еще одна граната. А, блин, замораживает жесть меня как. Так, вали, вали, отвали от этого прохода. Они кидают гранаты. Я вижу, они ходят. Это моя пиццерия. Да как ты ее открыл? Это же моя. Закрывайся. Как он дверь открыл? Через стену, что ли? А! Ну! Откуда там стреляешь, я тебя не вижу? Так, так, так. Все, я захватил пиццерию, аниматроники сегодня хитрые. Никого не пускают. Умный человек бы так не сделал. А! Сверлит! Я не могу его убить, да что такое? А, вот так, да, значит? Блин, в каком-то оголимом режиме. Перевоплощайся. Да блин, пацаны, вы меня как-то зажали. Когда они меня мочат, я не могу перевоплощаться. Блин, отвалите. Вы меня растерли в порошок, я просто ничего не мог сделать. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка-крошка, Пикачу, Бульбазару, Фантом, как всегда, отличное настроение. Пацанчики, скажите привет. Привет. Всем привет. Здрасте. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Карта FNAF 3, самая любимейшая, которая есть во FNAF'е. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Пацаны должны тут сделать себе калитку смерти. Вот такую, которая даже... Да... Слышь, ты меня сразу 150 хп отнял. Ого, ты псих. Давай, добивай меня уже, добивай, добивай. Калитка-убийца. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Веселимся, угораем и мочим друг друга бешеной калиткой. Бабушкины калитки в действии. Ладно, ладно, давайте. Даю вам еще чуть обустроиться, там же у вас еще есть вентиляция. Вентиляцию тоже заделываете? Я поставлю. Давай, смертельная калитка 2.1. А мы пока здесь погуляем. Извини, извини, обстоятельства. Ой, ё-моё. Эй, ты чё с гранатой ходишь тут? Блин, у меня же жизни мало, 750 жизней всего. Ой, я аж застрял от взрыва. Там мои эти люстры шатаются по всей карте.
Мы на этой карте очень давно не играли. Кстати, карты FNAF 3 где-то 6 разных версий. Это одна из них. Пацаны, вы там строитесь? Эй! Ух ты, 400 жизней осталось. Надо внимательно, надо крошку-крошку не подпускать к себе. А то он какой-то бешеный. Так, я слышу вас, калитка в действии. Все четко. Ах ты. А что ты хотела, с ножичком на меня? Не, не получится, еще твою трубу буду пинать. Ты маленький. Закрывай! Пацаны, ну что вы... Пригвоздитель не работает против меня. А нет, ты не попал по мне просто. Отлично, Бульбазавр молодец. Мочи своих, мочи. Тебя забанят потом в следующий раз. Ух ты, калитка мне по жопе дала, нифига себе. А блин, меня пригвоздили. А ваша калитка ничего мне не может сделать. Тихо, я вспомнил. Ты чё оружие такое жесткое берешь? Давай. Туалет придавил Бульбазавра. Так, а можно эту дверь удалить? Её нельзя удалить. Карта очень маленькая, но мне нравится она. Гори. Я сожгу тебя. Слышите меня? Нет. Я слышу, что кто-то горит. Это я горю. Я по вентиляции иду. Нет у тебя на вентиляции? Нету? А, нету вентиляции у меня. Слышишь? Да. Какие-то звуки еще издаю? Нет. Я готов тебя убивать. Одинаковый звук. Это тоже звук такой же. А зачем вы дверь удалили? А ее никто не удалял. Я знаю, где ты. Где? Я же добрый. Рубль не работает. Дамажу, дамажу, дамажу. Я дамажу, кстати, по чуть-чуть. Ай-яй-яй. Убил. Блин, да ну нифига себе, ты меня уничтожил, а не убил. Это не убийство. Это издевательство над игроками. Так, маленьком Фредди. Давай, иди сюда. Ой, чуть дамажу не плохо. У меня жизни нереально много. Крошка. Ты молодец, что ты всех дамажишь. Это обстоятельства. Ты не представляешь, насколько у меня много жизни. Я даже не знаю, как ты меня можешь убить. Ух ты. Надо валить. Не убежишь далеко. Все, я понял. Миссия уничтожена. Успешно. Ух ты, аж немножко пролагала. Монетка не работает. Не успел. Нормально, да, пацаны? Гимнастический. Жестко. Я иду. О, ты оружие это взял? Да. Оно не поможет против тебя. Ну конечно, я же за угла могу мочить тебя. Я же псих. Никто не может убить этого аниматроника. А я хожу как охранник. Руки за спину. Да ё-моё. Ну а что ты хотел? Ну жёстко. Монтировка хотел меня убить. Ещё б чуть-чуть и попал бы. Ещё б чуть-чуть. Боже. Ну надо да. Надо тебя найти. Вы сможете, пацаны, я вас верю. Я здесь на крысе, я тут дом себе сделал. На, лови. Ой, ой. Так. Лови. Давай, давай, кидай, кидай. Поньк. Отлично. Вот это они хотят меня уничтожить. Но у вас, пацаны, ничего не получается. Так, 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 отлично. Чинк. Чинк. Я принес себе коробочку. Чинк. Чинк. Ах ты. А чё я умер? Получается, я в ком-то появился, что ли? Я взорвался вместе с тобой. Не получилось у тебя. У меня 10 тысяч жизней, осталось 900... 9500.
Не подходите ко мне, я здесь этот орудую. Я самоубиваюсь и взрываюсь. Так, подождите, тут столько аниматроников классных у нас есть. Так, я по вентиляции лажу. Кстати, прикольно у него этот. Анимация классная. Ой, пацаны хотят меня выкурить. Не-не-не, не получается. Ух ты. Ой, как звук, ты нечестный. А что вы делаете? Друг друга мочите? Нет. Да я вижу, крошка-крошка, не кидай гранаты эти красные, ты убиваешь своих. А я пока полажу. Нормально у нас все. Все проходит четенько. Пацаны пока убивают друг друга, а мы здесь походим. Ого, граната взорвалась. Извини, обстоятельства. Я попал шаром? Нет, нет, не попал. Ладно, попал, попал. Но жизнь... Ой, а что-то меня подлагивает. А, это оружие вы взяли, не берите его, пожалуйста. Сейчас мы возьмем другого аниматроника. Кто у нас тут еще есть? Что-то не дамажат твои шары. Я так медленно иду. Так, я нашел, режим. Что против тебя взять. А что, что, что? Сейчас увидишь. Ой-ой-ой. Убил. Ты бессмертный. Нет. Я умер, только анимация звука идет до сих пор. Хорошо, пацаны. На том месте идет. Вы прям хорошо, вот знаете, прям мочите меня, давайте. Испоганьтесь. Мы испоганимся. Ну блин, ты ее сзади убил. Я пошел, да. Я псих. Да не, я что за... О, я звуки классные издал, слышите? Ага, хорошо, хорошо. Да вы задрали! Так, я позвал своего друга чужого. А что вы так мочите? Я тоже хочу вас убивать как-то. У тебя не получится убивать. Ну вот, смотри, одного нету. Я съел его. Вот еще одного съел. И еще одного съел. Кто? Ух ты! Офигеть! Чуть не умер. Классно, мне получается вас убивать. Нечестно. Честно? Как это нечестно? Это незаконно. Я же чужой, я могу убивать вас. И меня с офиса убил. Да это невозможно. Это возможно. Нет, у меня и крошка-крошка не светилось имя, я тебя не убивал. Так, где вы, где вы? Вы спрятали. Ух ты, еще б чуть-чуть. Ё-моё, меня калиткой прибило. Почти попал по тебе. Отлично. Отлично, ребята. Я сегодня очень голодный. Вы такие вкусные все. Так. Ах ты, вот так вот значит, да? Хе-хе. Так, 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 так. Я знаю, ты оружие взял, это читерское. Я тебя сейчас одного высмокну и убью. У тебя ничего не получится. Да. Ну не стойте возле меня, я же вас всех убью. Да блин, я режим полета хотел отключить, вы меня убили. Я вам поддаюсь, пацаны, вы понимаете, что это подача идет? Мы верим тебе. Верите, да? Нет. Не верите. Нет. Сейчас попробую взять аниматроника, который невидимый становится. Ой, в жопе труда кто-то у меня оказался. Так, 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 так. Ничего не получится. Нормально. Все получается. О, да, ты взял.
Да, Скрабэби взял очень жестко. Да. Кто будет выходить с офиса, будет умирать сразу. Я не дам никакого шанса. А как? Где ты меня убиваешь? А я невидимый сижу на проходе прям. С офиса. Получается, как только выходит кто-то, я сразу мочу его. Отлично! Тебя не было там. На записи посмотришь, я сижу невидимый. Какой читер. Отлично. Ты не попадаешь по мне, просто не попадаешь. Классно получается, мне нравится. Мне кажется, ты убежал оттуда. Нет. Я тебе не верю. Почти успел. Вот я был. Я псих. Как я псих? Вот это вы там разошлись. Меня можно только убить одним оружием, очень мощным. Мозгой? Нет. Ой, ё-моё, на меня гранату прицепили. Давай, давай, пацаны, мочите его гранатой. А у меня много жизни, я не умру. А, мы тебе сейчас поможем. Ты же сейчас сказал мне, я очень жесткий аниматроникс. А, вон он ты где был. А, нет, тебе тут. Вот где я. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!